Здравствуйте. 4 июня, 17 лунный день. Созди бархасватики, ветра с элемента пространства. День священнослужителей благоприятный для обучения высшим знаниям, давать наставления, принятие учения, обеты, медитации, размышления, печаток книг в дальнюю дорогу, определять место строительства, советоваться с мудрецами, ламами, направлять на достойные поступки. Ребенок, родившийся в этот день, будет простым, добрым, отзывчивым, в глубине души будет обладать храбростью. Также благоприятно разрешать напряженные ситуации. День неблагоприятен для принятия невесты, лечения, начала лечения, разрушения или установления фундамента, переездов, принятия собаки. Благоприятен для людей, родящих год, зайца, овцы, неблагоприятен годам, обезьяны, тигры, змеи. И вылгинском сучадуане хорол чатамба, манидуане панзаракча, чадуане тавахаруха на бурятском языке. Будьте благородными, верьте в себя.